Українська асоціація футболу. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Хорошее настроение, очень хорошее. Как вы скажете? Ну, как всегда, положительное. Все супер. Дуже щасливо приїжджати в збірну знову, тому кожен виклик, особливі почуття і дуже щасливий тут знаходитися. Прилетел очень рано, после игры не спал почти, то есть прилетели и в основном сон был, и поехали сейчас немножечко потренировались, завтра, думаю, уже более такая будет общая командная, сегодня больше на две группы разделились. Я думаю, еще пообщаемся, времени много, будет много общения, много информации. Настрой великолепный, потому что, когда приезжаешь в сборную, всегда хочешь пообщаться с ребятами, которых давно не видел, особенно кто играет в зарубежных чемпионатах. Поэтому первый день такой знакомительный, друг с другом общаешься, эмоции, поэтому только супер настроение. Настроение всегда хорошее, когда приезжаешь в сборную. Андрюх, дай кофту хоть. А? Дай кофту хоть. Кстати, пожалуйста. Дай кофту, пожалуйста. Вот так вот. Так поинтереснее. В команде какие? В команде хорошее настроение. Как обычно, у нас сплоченный коллектив, каждый друг по другу соскучился, поэтому все хорошо. Українська асоціація футболу.